Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в данном видеоролике я буду играть в третью часть Warface. То есть мы сегодня играем третий раз на камеру. Короче, снимаем про эту игру. Так, заметим, что я очень круто стреляю. Ну, точнее, только в полигоне. Так. Окей. Ладно. Кстати, ребята, кто ждет новое обновление на канале, оно будет совсем, ну, не сейчас, конечно, но будет. Обновление будет состоять из технических работ. То есть у нас сейчас идут технические работы постоянно на канале, поэтому иногда видеоролики просто не выкладываются. Хотя на сайте, в группе и на моей странице ВКонтакте написано то, что вот должны выйти видеоролики, но не выходят. Так, вот я открою одну коробку сейчас. Мне выпадает, опять же, какая-то хрень, граната и ХП. Так. Ну, в общем, это все. Так, ладно. Приступаем теперь к игре. И играть мы сегодня будем на вулкане. А вулкан сложно. Так, с чего же мы начнем нашу игру? Так, пока что пусть команда загрузится, пока что там все настроится, сделается, и будет весело смотреть, ну, кому как вообще, по идее. Мне все равно. Так, ну, в общем, ладно, смотрите там, думайте, обдумывайте, как я сейчас буду играть на вулкане. В общем, пока что грузится, я расскажу о обновлениях на моем канале. Я сниму целую серию, точнее, не серию, ну, целый плейлист, наверное, Шервуда. Это будет что-то офигенное, крутое. Но первым делом, кто-то заметил, что когда я играл закрытым лицом, короче, в Counter-Strike Global Offensive, там запалили то, что я там играю как бы с руками, то есть без рук, точнее. И без лица, и без рук. Ну, так вообще играть невозможно. И в этом следующем видеоролике я обязательно расскажу, как я это сделал. И кто-то даже говорил, что это не я в данный момент играл. Нет, это играл я, но вот этот вот секрет я расскажу в следующем видеоролике. Ну, точнее, после всех варфейсов. В общем, наверное, я все правильно сейчас сказал. Так, также будет видеоролик о Том Райдере. Офигенный новый видеоролик, в котором я офигенно как буду все рассказывать. Вам должно понравиться, потому что, ну, вы никогда не... этого не узнаете, вообще ни на одном канале на ютубе вы этого не узнаете. То, что я хочу вам рассказать о Том Райдере. Том Райдер будет все части, от первой части до вот этой последней, которая вышла в 2016 году. Так, в общем, игра началась, мы в вертолете, как всегда. Так, окей. Так, мы убиваем их. Так. Стреляем. Окей, побежали, чё? Нет, ты чё? В общем, вообще, суть этой миссии заключается в том, то, что нам надо играть на вулкане. Ну, точнее, как на вулкане. Ну, мы играем ведь на вулкане, в котором построен дом. Точнее, как сказать, небоскреб. Ну, там... мы будем сражаться с турелями, охранниками и супер, вообще, крутой этой роботом, который, я не знаю, как точно зовут, я постоянно забываю, как называется этот робот. Так, окей. Ладно. Сейчас сыграем. Так. Сейчас затащим, ребят. Патроны нужны кому-то.
Сегодня я просто поиграю так, как я еще не играл раньше в Warface. Это первый мой видеоролик, где я показываю, как надо вообще играть. Че, патроны дать вам? Сейчас помогу пацану. Вставай, пацан, эти патроны еще дам. Стреляй. Так, молодец вообще. Еще одному еще дам. И вот это вот. Ему тоже дам. Патроны. Инженеру. Так. Окей. Кто у нас дальше будет? Так. Окей. Что там дальше? Бежали. Так. Первый уровень. Нужно убивать врагов. Так. Окей. Так, что там дальше? Так. Убиваем еще одного. Еще одного. Так. Окей. Так, дальше бежим сюда. В общем, это как бы прохождение всего вулкана на сложной сложности. Да. Как бы говорить, я не знаю, как это сказать. Так, ладно, что там дальше идет? Так. Убиваем турели. Убиваем тебя врагов. Это вам не на легком играть, ребят. Сложности. Это реально сложная сложность, в котором реально сложно играть. Блин, враги. Там где-то еще враг был, ну ладно. Так. Окей. Еще патроны сейчас дам. И еще этому. А, все, у него есть. Окей. Так. Ладно, сейчас сыграем. Так, выходим. Всей командой. Нас четверо, а не пятеро, поэтому вот как-то так. Так, ладно. Так. Окей. Убиваем еще одну пушку. Так. Окей. Еще стреляем. Окей. Даем патроны нашему союзнику, напарнику, так я скажу еще. Так. Даем им патроны. Так. Окей. Идем дальше. Тут должна быть еще одна пушка. Вот еще она одна. Так. Вылезают еще охранники. Мы их убиваем. И стреляем еще в одну пушку. Окей. Одного уже убили. Но так как я играю не за медика, а за штурмовика, как бы мне проще, наверное, играется, да? Так. Окей. В меня стреляют. Это не круто. Так, ладно, давай. Спасибо за броню. Так, патроны. Окей. Так, вот кто-то спрашивал, почему я играю без веб-камер. Вот потому что я играю без рук. Да. Окей, потому что я руками показываю на веб-камере что-то постоянно. Ладно, ну на самом деле все очень даже просто. Это вы увидите в следующем видеоролике. Я вам расскажу, как я играл так без рук в Counter-Strike Global Offensive. В Counter-Strike Global Offensive с закрытым лицом. И вообще не смотря на экран. Да еще без рук. Да как так можно играть, я вообще даже не знаю. Но вообще-то я знаю. И я это вам расскажу. Так, но сначала мы играем в Warface. Так, еще одна пушка. Так, стреляем в нее. Давай. Опа, все. Так, еще один охранник. Давай. Ну, почему меня убили? Ну, почему? Ладно, знак возвращения. У меня их дофига еще. Они нам сейчас пригодятся. Так, убиваем врагов. Окей, еще одна пушка. Перезаряжаемся. Стреляем дальше. Еще убийство. Так. Окей. Даем ему патроны. Так, окей. Кидаем гранату. Взрываем. Нет, не взрываем никого. Так, бежим дальше.
Так, стреляем из пистолета, ни в кого не убиваем, перезаряжаемся, пистолет с глушителем, это круто. Ребят, кто не знает. Так. Окей. Стреляем в пушку, убиваем два хэдшота, короче, делаем, убиваем пушку. Так, дальше убиваем эту пушку последнюю. Так, что-то меня, походу, сейчас убьют, нет? Так. Окей, даем патроны нашему. Давай. Ну, давай же. Ну ладно. Так, бежим. Даем патроны кому-нибудь. Одному. Ну ладно, двум. Так. Окей. Тащим. Побежали дальше. Так. Стреляем в эту пушку. Так. Ладно, окей. Дальше кидаем гранату и пытаемся вообще уничтожить наших врагов и попытаться пройти на следующий уровень, где мы вообще всех уничтожим. Так, команда, конечно, тащит. Смотрите, вот команда тащеров. Ну просто. Так. Так, ладно, перезарядка. Я особо палиться не буду, потому что, ну, у меня мало все-таки этих знаков возвращения. Еще в этой миссии, вообще в этих миссиях, нельзя то есть можно использовать только один знак возвращения. А я этого делать не хочу. Так, хедшоты. Дальше. Так, еще одного убиваем. Окей, дальше перезарядка. Еще одно убийство, еще. Давай. Блин, граната. Ладно, пофиг. Граната, граната, блин. Ладно. Дальше. Стреляй, 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 блин. Почему? Окей. Еще одного убил. Так. В общем, у нас такое вот прохождение интересное. Так, я остался, видимо, один с этим парнем, да? Нет, нас двое осталось еще. Нас, точнее, трое осталось. Еще хэдшоты, смотрите, сколько хэдшотов. Офигеть. Первый раз такой, наверное. Ну, точнее, не первый раз, но все равно круто. Так, побежали дальше. Так, еще одна пушка. Перезарядка. Еще стреляю в нее. Нафига нужны эти пушки? Я все выполню сам. Так, дальше бежим. Куда мы там бежим? Так. Окей, пушки пропали. Теперь у нас есть такая вот сложная пушка, которая... Сейчас посмотрим, как я ее пройду. Так. Уничтожаем ее. Так. Все меня убивают опять. И я опять возрождаюсь. Так. Дальше. Окей, стреляю в наших врагов. Окей. Перезарядка. Стреляем дальше. Пытаемся их убить. Так, стреляем. Окей, дальше побежали. Так, убийство еще одно. Так. Все четко, ребята. Так, еще патроны есть. Так, значит, я еще буду стрелять. Там еще гранаты. Кто-то кидает. Ну, у меня все элитное, ребят. Ну, так вообще играть... Неинтересно, конечно. Ну, конечно, интересно, когда у вас все элитное, и вы спокойно можете использовать, ну, все. То есть вы можете там кого-то, вот, пулеметчика, наверное, например, стрелять. И потом в укрытие прятаться, и у вас само ХП восстановится без медика. Это круто, офигеть. Так, убиваем еще одного в хедшот. Так, теперь надо только эту пушку убить. Так. Блин, почему она в меня-то стреляет? Я не понимаю. Или кто-то в меня сейчас стреляет. А, пушка, пушка, еще одна. Так. Ну, давай, взрывайся. Yes! Так. Продолжаем. Так, стреляем. Так. Патроны. Граната. Перезарядка. И побежали. Так. Даем патроны нашему другу.
Так, ему они пригодятся. Так, напишу пока что в чат. Кое-что. Так, побежали. Тут должна быть еще одна пушка, видимо, да? Окей. Сейчас становится очень сложно, блин! Так, окей. Нужно придумать, как вообще победить эту штуку. Так, охрана, охранники. Так. Окей. Так. Вот надо в укрытие прятаться, а то меня сейчас убьют. Так. Окей. Нужно какой-то план сейчас придумать, как победить эти пушки. Хотя план-то, наверное, никакого не надо. По идее. Граната. У меня дофига еще ХП. Так. Перезарядка. И стреляем в эту пушку. Так. Отлично. Круто. Так, побежали дальше. Так, перезаряжаюсь. Так, стреляем в охранников. Опять граната. Откуда они летят-то, гранаты-то? Убиваем врагов. Так, а дальше нам нужно просто сделать то, что мы всегда делаем в нашей игре. Это просто бежим вперед. Сейчас я тут убью этих вот врагов. Так. Окей, берем патроны. Ладно. Так. И стреляем в пушку. Так. Окей. Кто там остался еще из наших? Че, один что ли? Ну ладно. Давай стреляй, стреляй, стреляй. Затащим. Все, сбор. Окей, граната. Оу, чуть меня не попали. Побежали. Все. Пусть путь есть, и мы спокойно уже можем пробежать до лифта. Да. Пробегаем. Так, затащили. Окей. Сейчас напишу одно сообщение и побежали дальше. Так, пассенджер. Так, надо уже выбегать. Так. Еще напишу сейчас. Так. Окей. Так, что там дальше у нас? Враги. Стреляем. Убиваем врагов. И продолжаем стрелять. Так. А теперь нужно что-то придумать, как победить все эти пушки. Ведь они теперь двигаются, и это, ну, не круто. Потому что пушки, которые двигаются, они могут сюда прилететь и без укрытий даже меня убить. Так не круто. Еще одно сообщение написал. И можно продолжать играть. Так. Окей. Ладно. Так, убиваем пушки и бежим дальше. Так. Патроны еще есть. А это значит, что игра продолжается. Я тут оббегу, ладно. Тут вдруг что? Укрытие ведь надо мне. Так. Там патроны не нужны ему, да? Ладно. Так. Стреляем в эту пушку. Так, мне попали, ну ладно. Окей. Так. Окей. Сейчас что-нибудь придумаю. Ладно. Стреляем, 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 стреляем. И все. Так. Берем патроны, кидаем гранату. И убиваем врага. Это круто. Так. Окей, стреляем в пушку. Так. Бежим дальше. Даем патроны нашим союзникам. Так, и бежим опять в укрытие. Это же так весело, ну правда. Так.
А дальше нам нужно бежать опять туда. Вообще, по идее, там дальше должна быть вот это вот главный робот, который мы будем уничтожать. В общем, чтобы его уничтожить, нужно стрелять из лазерных пушек в него. Да, это выглядит. Точнее, не выглядит. Я не знаю, это тупо как бы стрелять из лазерных пушек в робота, если. Ну, точнее, ну как же, они убивают там всяких всяких джаггернаутов, там громов. Вот нафига вот они придумали какую-то лазерную пушку? Нафига она нужна? Также, наверное, можно вот этого вот робота можно убить там обычный РПГ или обычный, я не знаю, там гранатой. Ну, не гранатой, ладно. Там просто куда-нибудь в нее стрелять. Но она открывается в определенное время. Да, я проходил на легкой сложности. Я никогда еще не проходил на сложной сложности в эту игру. Точнее, я проходил, но не прошел. Да. Но вообще круто было бы, если бы я в профи уже был крутой. Но вообще, если пройти один из таких миссий, одну из таких миссий на сложном, то вам открывается сразу еще несколько карт профи. Это не зависит от вашего уровня, ранга и. В общем, если вы проходите даже, ну, я не знаю, на новобранце, если вы даже проходите на сложном, ну, там не вы проходите, может, ваши тимплеи вот эти проходят, то вы получаете доступ к про миссиям, и это офигеть как круто, потому что, ну, я не знаю, это круто, потому что вы будете играть на профи в Вулкане. Ну, я конечно не знаю, кто там будет играть, я никогда этого не знал, потому что с прошлой командой мы тоже здесь играли на сложном, и мы дошли до конца, но в конце, конечно же, остался последний союзник, который проиграл. И я не был последним. Вот такой вот, как-то так. Я был не последним. То есть я уже там давно валялся, а последний вот союзник хотел тащить. Но он не стрелял из РПГ в робота. Он вообще, ну, я не знаю, что он делал. Он просто отбивался от этих пушек. И когда открывался этот робот, и надо было стрелять в него, он в него не стрелял. Он просто перебегал из одного укрытия в другое укрытие. И это выглядело не так уж и круто. Ну, поэтому там все союзники потом, вот эти после игры, стали ругаться на него и, короче, ушли. Вот и все. То есть вот так вот закончилась наша игра на сложном. Но в этот раз я буду играть по-другому, и возможно что-то из этого поменяется. Хотя, хрен его знает. Мы попробуем хотя бы это сделать. В общем, что здесь вообще в сложном такого нового? Чего не было вообще в легком? Здесь перемешаны, короче, миссии от легкого к сложному. То есть какие-то роботы есть легкие, а какие-то сложные. Точнее, если были легкие роботы все, то сейчас они, ну, сложные. И когда вот этот вот робот будет главный, его почти что вообще невозможно победить. И, в общем, вот так. А прохождение до этого робота составляет где-то, ну, я не знаю, час, где-то так. Потому что по-другому я не знаю, как это назвать. Так, сбор. Ну, я здесь не буду знак использовать, потому что это, ну, тупо. И, ну, зачем добегать до вот это вот, как ее называется, до сбора, если все равно они сейчас до контрольной точки дойдут. Так, ладно. Посмотрим, что там дальше будет. Сейчас мы все сделаем. В общем, что здесь в сложном еще поменено? Здесь, как я сказал, другие совсем пушки, и где были там
простые пушки в первой миссии, они поменяли на такие более посложнее. А те, которые посложнее, стали вообще сложными. А те, которые были суперсложными, они, ну, такие вот средненькие. Ну, потому что тогда вообще нельзя было пройти. А вот на профи, я, конечно, не знаю, но мой друг играл в профи Вулкан, и там было реально что-то интересное. Потому что они сразу в первой же миссии проиграли. Они даже до сбора не дошли. Потому что пушки, которые были там, они сразу с первого выстрела убивали вашего союзника или вас. Ну, в общем, как-то так. И пройти Вулкан на профи вообще невозможно. Ну, вообще возможно, если у вас дофига знаков. Но там доступен только один знак, и это, ну, мало. Ладно бы три, но один, это реально мало. Иногда хочется там, ну, например, ты случайно по какой-то глупости, например, сам себя гранатой взорвал, и тебе надо возродиться. Ты возрождаешься, тебя опять убивают, и ты уже не можешь возродиться. Это реально обидно, потому что, ну, ты хочешь затащить, ты хочешь спасти команду. Вот как-то так. А не получается. Ладно. Так, интересно, мы вообще пройдем это, нет? Так. Окей. Мне кажется, что я сейчас уже все проиграю. У меня хп нету. Не, сейчас нормально будет. Так. Ну, давай же. Так. Все, нету хп. Мало хп, ребят. Все, меня убили. Все. Нет, я еще могу использовать. Ну, давай. Так. Ну, как так? Почему? Как так? Это не может быть. Все, ладно, все. Я не затащил. Ладно. Это офигеть, как было видно, то, что я просто не затащил. Я не знаю, как так получилось. Ведь эта штука вроде вперед стреляет. Почему она стреляла в меня, если я стоял там? Ну, не знаю, это как-то странно было. Еще раз говорю, это видео не смонтировано. Здесь самые такие крутые моменты показаны. Ну, точнее, да, показаны. Так, давайте, ребят, тащите. Потому что вы реально сейчас затащите. Так. Команда еще нормальная. И... так. Окей. Так, давайте еще я вам о чем-нибудь расскажу таком интересном. А интересно есть то, что здесь вообще на этой миссии сложной реально офигеть как сложно. И это не просто название, что игра сложная. Вы попробуйте на сложном убить Грома, если постоянно там идут враги. Даже на легком, если вы, ну ладно, профи, у вас там ранг крутой. Но вы все равно не пройдете даже на легком, если вы будете один из команды. Ну, ладно, два человека из команды. Ну, ладно, три. Даже если вас будет трое, то вы против Грома, ну, никак не выиграете. Никак, никогда. Вот чтобы победить Грома, именно надо пять человек, и чтобы они именно все были штурмовиками. Ну, точнее, можно там, чтобы один или два человека были медиками. И все. Не нужны никакие инженеры. Снайпера, это все не надо. Вот если бы было в команде три штурмовика и два медика, то Грома возможно победить и на сложном, и на легком, и даже на профи. Это реально проверено. Потому что если один медик его убивает враги, то второй медик его, конечно, оживит. Но если медик в команде один, а остальные все штурмовики, то убив медика, проигрывает, то есть, вся команда. То есть, вот как-то так, наверное. Потому что, ну, какая команда победит, если медика нету и у вас хп нету? И там, ну, есть такие люди, которые просто не пользуются знаками. Хотя ими можно пользоваться. Я не знаю, вот такие люди есть, но... я не знаю. Или они просто не хотят это делать, а использовать знаки, но... и это их дело, ладно. Вот зачем они берут стандартные вещи, которые... ну ладно там бронежилет, ладно там вот всякие вот
ботинки. Ладно, перчатки стандартные. Но шлем. Вот главное в игре это шлем, потому что он вам дает ХП. И это, ну, ХП. Поэтому если медика нету, вы там спрячетесь за укрытие, и эти ХП вам вернутся. А если у вас стандартный шлем, вы хрен, короче, вы как-то что-то сделаете. У вас просто это не получится. Так, ну что ж. Наш друг тут пытается как-то заточить, но, наверное, вряд ли у него это получится, потому что, ну, у них ничего не получится. Я так считаю. Потому что это, ну, нереально. Одному затащить на сложном. Вот сколько я пробовал затащить даже на легком одному. Это нереально. Одному в команде играть, это нереально. Например, все там всех убивают, вы остаетесь здесь один. Вы не затащите, хоть это будет легкий, хоть сложный. Ну, профи там вообще говорить нечего. То, что... Ну, вы, короче, не пройдете. Вот как-то так. Так, ладно. Окей. Ну, когда там его убьют-то? Ну, он не пройдет, ну, уже все понятно. Ну, здесь, что здесь понимать, если он просто не пройдет здесь? Так. Ладно. Давай, ну все. Ну ты не пройдешь их, все. Вот они идут за тобой, все. Все. Все, это все, ребят. Он не пройдет. Вот я точно знаю, то, что он не пройдет. Почему? Да потому что, ну, я уже сказал почему. Потому что одному выиграть нельзя. В общем, что я вам могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Вот и все, ребят. Смотрите, его убили. Заходите и подписывайтесь на мой второй канал Нубас 2. Там пока что нет видео, но они будут. И они будут интереснее, чем на первом канале. В общем, заходите на меня ВКонтакте, ID 53 55 44 63. Там очень даже прикольная информация есть о разных играх и вообще новости реально крутые. Также заходите на nubasusite.pro, это реально крутой сайт, на которых тоже есть новости. Ну вот так вот мы сыграли, я занял второе место, но это тоже круто, поэтому, ну это круто, короче. В общем, я вам все сказал, смотрите дальше мои видео про Warface, потому что это реально крутые видео, ну, я вам советую, в общем, это смотреть. В общем, больше мне сказать вам нечего. Только вот одно, то что вот, смотрите мой канал дальше. Всем удачи, всем пока.